Добрый вечер, дорогие мои подписчики. Мы на канале Сатиса, да? И я сейчас вас хочу научить таблицу умножения. Отлично. На какую цифру мы будем учить? 1 и 2. Хорошо, давай. Сперва начнем с 1. Говори. 1 умножить на 1 равно 1. Дальше. 1 умножить на 2 равно 2. 1 умножить на 3 равно 3. 1 умножить на 4 равно 4. 1 умножить на 5 равно 5. 1 умножить на 6 равно 6. 1 умножить на 7 равно 7. 1 умножить на 8 равно 8. 1 умножить на 9 равно 9. 1 умножить на 10 равно 10. Итак, Сати, понятно, на 1 таблицу умножения очень легко. А теперь на 2. Она чуть-чуть сложная, но вы сможете запомнить. Давай. 2 умножить на 1 равно 2. 2 умножить на 2 равно 4. 2 умножить на 2 равно 6. 2 умножить на 4 равно 8. 2 умножить на 5 равно 10. 2 умножить на 6 равно 12. 2 умножить на 7 равно 14. 2 умножить на 8 равно 16. 2 умножить на 9 равно 18. 2 умножить на 10 равно 20. Отлично. Сатиша, а теперь скажи своим подписчикам. Вот, к примеру, вот посмотри на доску. Если 2 умножить на 3 равно 6, а 2 умножить на 4, твой подписчик забыл, какая цифра. Как посчитать? 8. А как посчитать? 2 палочки. Дальше считаешь. Вот, например, мы поставили 2 палочки и остановились на 6. Дальше как? Считаем. 7, 8. Все верно. Итак, если мы забыли таблицу умножения, мы ставим 2 палочки и считаем от последней, верно? Угу. Итак, что ты хочешь сказать своим подписчикам? До свидания. Всем спокойной ночи. Учите. Учите таблицу умножения, не забывайте. А следующий наш урок мы будем учить наших маленьких подписчиков на 3 и 4, верно? Угу. Сатиша, тебе сколько лет? 5. И ты уже знаешь таблицу умножения. Поэтому мы должны со своими подписчиками поделиться, чтобы они тоже, смотря на тебя, учили таблицу умножения до 10. Верно? Угу. Пока-пока. Пока-пока.